Почему азербайджанские ковры ценят и знают во всем мире? Мы можем здесь наблюдать как раз-таки несколько из этих ковров, которые действительно имеют большую ценность как культурно-историческую, так и в денежном эквиваленте стоят немалых денег. В чем особенность азербайджанского шахплова? Этот плов, он удивителен тем, что рис готовится на пару отдельно, он отваривается 5-7 минут, вот, а сухофрукты с мясом томятся отдельно. Поэтому это уникальный плов. Он не похож ни на какие-то азиатские, ни на какие-либо другие народности. Какая легенда связана с Бакинской башней? Был правитель, у которого была прекрасная дочь, которая любила простолюдина, а отец хотел выдать ее за богатого. Ну и по одной из поверий она не выдержала такого, не такой несправедливости и сбросилась в пучину Каспийского моря. Смотрите программу «Самара многонациональная» 25 сентября в 19:50 на телеканале «Самара ГИС».